Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с тобой продолжаем сегодня играть в Papers, Please. В предыдущей серии мы с тобой закончили на том, что прочитали в новостях, что какой-то вот бегун знаменитый стал убийцей. Винс Лестрейд. Мне написали в комментариях, что нужно сравнить, если он придет, его паспорт с новостью, и тогда, мол, мы его сможем не пропускать, иначе мне придется его пропустить, а это очень плохо. И да, если не подписался до сих пор на канал, обязательно сделай это, подпишись на канал, поставь лайк и прокомментируй. Это не так сложно и это не так долго делается, поэтому давай, вперед. И начинаем. Винс Лестрейд, главное не забыть. Пора на работу. Я поменял, кстати, формат даты, и теперь у меня должна быть нормальная дата. 27 ноября. Арстоцкая, это вот сюда вот я поставлю, вот сюда положу. Где-то вот здесь... Нет, подожди, а вот здесь что пишут-то? Понятно. Новость вот сюда. Подожди, а что на первой странице? Чтобы включить команду «Задержать», указывайте на несоответствие в документах. Теперь вы имеете право задерживать подозрительных лиц. Понял. Но это надо вот сюда вот новость поставить. И следующий. Здравствуйте, женщина. Здравствуйте, ваши документики. Так, какова цель вашей поездки? Просто в гости. Продолжительность визита, думаю, 90 дней. 90 дней, это да, в гости все правильно. 27-е, 11-е все правильно. 13-е, 10-е, 83-е, до. Так, женщина, паспорт похож. Поэтому вроде как все правильно. Но что-то мне написали, что может быть как-то паспорт неправильно выглядит или что-то еще. Ангерия. Здесь-то вроде все правильно. Здесь-то вроде все хорошо. Правильно? Правильно. Анна Ковас. Анна. Ну, вроде как да. Вроде как верно. И нажимаю разрешить. Прям себе смертный приговор подписываю, как будто бы, я не знаю. Это было просто. Ну, конечно же, просто. Надеюсь, сейчас не штрафа... Блять, да я же его специально не стал проверять. Думаю, ну что там может быть такого-то? Ваш документ, кого цель поездки? Навестить друзей, продолжительность визита на 30 дней. Друзей навестить на 30 дней. Месяц в гости. Номер паспорта здесь совпадает. Выдано Кариста. Иван Брионис. Иван Брионис. До 84 года. До 9.12.82. Так, ну здесь-то вроде как все верно. HD7TP, HD7TP, 4TUPN. Все правильно? Да, все правильно. Здесь уже, блин, даже уйти некуда. Да даже сверять больше негде. Ну, как я предполагаю. На, вот, иди. Надеюсь, не будет еще одного штрафа. Просто я как-то даже не привык еще все сверять. Тем более, с учетом того, что я записывал это не сегодня, в предыдущую серию, да, и поэтому я отвык уже. Я транзитом, продолжительность на пару дней. Продолжительность пару дней. Кстати, это этот, слышь ты, товарищ, преступник, блядь, международный, ну-ка, как тебя тут? Ты это... Ну-ка... Вы Винс Лестрейд? Черт! Слушайте, я ее не убивал. Меня подставили. Не верьте республиканской брехне. Пропустите меня. Арест. Что случилось? Вот дерьмо. Пройдемте. Ишь ты какой. Пришел он, значит, сюда. Следующий. Кричит заведующий. Ваши документики. Какова цель поездки? В гости это все. Продолжительность 30 дней. В гости месяц, паспорт совпадает. Йонг Ли. До 10.12. Сегодня 27.11. Паспорт действительный, выдан. Я не знаю, ну тут, типа, у меня нет больше никаких документов, чтобы сверяться. Поэтому фотка похожа, похожа. Все правильно, значит. Республия. А вот то, что вот тут вот... Стой, подожди, а вот... Ой, вот это вот, это нормально или нет? Республия вот это вот, типа... Нет связи, типа... Республия и Бастан это одно и то же, да?
Я понял, короче, ладно, мы не будем заморачиваться над этим. Я просто не понимаю, что такое Бастан и Республия, блядь. Это город, что ли, там, или что? Может быть... Да ладно, пофигу, проходи. Ну, вроде еще не было ареста. Ой, не было штрафа никакого, поэтому нормально все. Ваш документ, кого цель поездки? Я тут не по своей воле, ненавижу эту мерзкую страну. Я тут только транзитом. Продолжительность визита 2 дня. 2 дня транзит. Так, ну ты вроде не этот не преступник, поэтому, наверное, не преступник, поэтому ладно. Паспорт выдан до 83-го года. Въезд действителен. Номер паспорта правильный. Ingrid Stay, так, это тоже правильно вроде как. Арстоцк, разрешение на въезд. Тут тоже вроде все как бы верно, я даже не знаю, на что еще посмотреть можно. Да? Да, да, вроде все верно, ладно. Счастливого пути. До свидания. Ох. Что ты охаешь-то, ну? Следующий. Ваши документики. Транзит на пару недель. Транзит, да, правильно. 13-12, паспорт действительно, это женщина? Женщина? Хинейн Марлин, блять. Опа, ну-ка. Это кто такая-то? Имена не совпадают. У меня несколько разных имен. Нихуя себе ты. Вручить просителю. Чего? Должны соответствовать записи. Я зачем-то отдал ей. Вот мои отпечатки. Так, отпечатался. Слушай, ну, если примерно хотя бы похоже, то нет. Вот это-то похож. Немножко в стороны съезжает. Типа, это нормально или нет? Подожди-ка. Данные совпадают, значит, все хорошо. Так, на, можешь забрать с собой. Виза на въезд, разрешить. Ну подожди, ну блин, я просто не понимаю, много разных имен, ну и что теперь? Это было просто. Отпечатки совпадают, но дальше-то что? Какая-то несправедливая, по-моему, система, у него неправильные документы были. Какова цель вашей поездки? Транзит. 2 дня транзита. Номер паспорта совпадает. Сара Вармордурндук. До 25-12 въезд. А вот 16-11 у тебя закончился паспорт. Ну-кся, на. Сегодня уже другое число. Нельзя въезжать по документам с истекшим сроком. Что? Не может быть! Мне его только что продлили. Ну, нет, все, нет. Тебе только что продлили, но я же не видел. До свидания. Следующий. А у меня есть какое-то определенное количество посетителей или что? Цель поездки. Сегодня прекрасный день, друг мой. Мы наконец вырвались из оков. На постоянку, на ПМЖ пришел сюда. Въезд до 7 декабря. Мужик. Паспорт совпадает. Пётр Восток. Пётр Восток. А где имя у тебя? Имя-то где твое? Ну? Подожди, а у него имени нет. Нет связи. В смысле, а где имя-то? А, Пётр Восток. Все, я не туда смотрю. Так, до такого-то числа. Так, фотография. Ну, вроде похож. Арстоцк, разрешение. Пётр Восток, 7-й. Все верно, значит. Ладно, давай, до свидания. Счастливого тебе проживания. До свидания. Спасибо вам огромное. Да, пожалуйста. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к моей жене. Она в очереди следующая. В смысле? Жена к тебе следующий придет? Пётр Восток был. Значит, это должно тоже быть Востоком. Ваши документики. Видели моего мужа? Мы ведь пройдем, правда? Восток Катя. Нет, ты не пройдешь. Где твой этот... как его называют-то? Общие правила. Документики. Общие правила. Все документы должны быть. Разрешение на въезд для иностранцев.
Ой, блядь, на стол надо нажимать-то. Где ваше разрешение на въезд? Пожалуйста, умоляю. Они не дадут мне разрешения, у меня нет шанса. Если я вернусь в Антерию, меня убьют. Почему? Почему? Мне что-то писали, конечно, что зависит жизнь там многих людей от того, что я там напишу. Но, блин, я вот не хочу отдавать, у нее нет этой бумажки. Давай попробуем дать. Пустить их, но... Но все равно, мы никогда вас не забудем. Это взятничество уже. Ну, без штраф, так без штраф. А как себе забрать монетку? Сын болеет, нужно лекарство. Ёб твою мать, болеет, голод, мерзнет. Никогда, говорит, не забудут меня. Я, конечно, понимаю. Улучшение. Что такое улучшение? Провел переход в режим проверка. У меня там сын умирает. У меня тут вообще все. Можно выселить тещу с дядей, нет, из дома, из моего? Пусть живут у себя там. Зачем они всех со мной приехали? Пойти спать. Сына, главное, вылечить, чтобы не сдох. Рабочих мест не хватает, дальше будет хуже. Приезжие отнимают работу местных жителей. Винс Лестрейд арестован в Гриштине. Сомнений в виновности знаменитого бегуна не осталось. Вот так вот, а он обманывал меня, значит, сидел. 28 ноября 1982 года. Министерство труда начинает специальную программу контроля за трудоустройством мигрантов. Въезжающие с целью трудоустройства должны предъявлять действительное разрешение на работу. Ух, блин. Запомнить бы все, что нужно проверять, я прям не могу уже. Ваши документы... Ух, блядь, бумажек надавал. Разрешение на работу. Мне дали здесь работу. Продолжительность визита на полгода. Так, работа 6 месяцев. До 93-го... Ой, 83-го года. Так, давай вот это сверим сначала. Так, Станислав Скробдович... Станислав Скробдович, это так, до 40-го... Пух, Антерия. Па, это все совпадает. Станислав Скробдович, подсобные работы до 83-го года. Всегда иметь при себе. Так, ладно, все вроде верно, все верно, молодец. До свидания, давай, иди отсюда. Это было просто, ну конечно, было просто. Мне это, блядь, было совсем непросто. Надеюсь, что он без штрафа. Я просто с каждым разом все боюсь и боюсь. Ваши документы. Кого цель вашей поездки? Я так понимаю, что работать собирается. На полгода. Работа, полгода. Общественное питание, Мари... Спасибо. Общественное питание, 83-й год. Чё-то ты не из общественного питания мне совсем даешь визиточку. Я как-то даже не знаю. Маша Ваниш. Маша Ваниш. Ваниш Маша. До 84 года. Паспорт совпадает. 8C-937-152М. 84 год. Все верно. Так, Орбистан. Ну, в целом все. Все в целом совпадает. Даже фотография вроде более-менее там плюс-минус. Но, ну, можно, конечно, проверить. Совпадает. Все хорошо. Ну, давай. Давай. Хорошие тебе работки, женщина. А это я... А это я себе оставлю. Это было про... Опа, это что такое? Человек по имени Дари Лудум обещал нам с сестрой хорошую работу в Арстоцке. Я ему не верю, я боюсь, что он отнимет у меня паспорт, заставит работать в борделе. Сейчас он стоит в очереди, умоляю, помогите. Человек по имени какой-то Дари Лудум обещал нам с сестрой хорошую... Привет! Так, это... Не тот, это мне нужен Дари Дудудум. На полгода, короче, да, на полгода. На полгода по работе. Паспорт. Паспорт совпадает. Дата актуальная. Паспорт также с датой с актуальной. Рамусин Джохан. Джохан Рамусин. Так, тут что написано? Джохан Рамусин был в бухгалтерии. Все тоже как бы действительное. Ну, давай, заезжай. Это было просто, ну конечно. Сейчас штраф появит по-любому, я даже не знаю, куда смотреть уже. Так. Транзит. Транзит, 14 дней.
Паспорт действительный. Выдан понятно. Серийный номер паспорта совпадает. Наташа Бехмовска. Наталья Бехмовска совпадает. Фотография совпадает. Въезд действителен. На транзит нормально все. На транзит все хорошо. Давай. Пошла отсюда. Это было просто. Надеюсь, что это тоже как бы все правильно было сделано. А то мало ли я что-то там нахуй вертел. Но она вроде на транзит, а не с работой, поэтому все хорошо. Привет, мой хороший! Это опять я. Теперь все как надо. Ну, в целом, да, все как надо. А с чем мне сверить-то? А где этот у тебя? Подожди. Мне нужна твоя бумажка. Еще одна. Так, где здесь? Не сюда нажал, вот сюда. Данные совпадают. В смысле совпадают? Предъявил паспорт, разрешение... У вас нет разрешения на въезд. Слушай, ну ты вообще... Ой, дружище, ну ты заколебал, честное слово. У тебя Костава, Жоржик Костава. На, иди отсюда. Без разрешения на въезд нельзя. Ну, у вас тут и граница, не пройдешь. Это правильно, работай как следует. Я найду себе штуку, эту штуку на въезд. И опять приду. Ну, молодец, целеустремленный мужик. Жоржик. Привет. Цель поездки. Работа. Месяц. Работа месяц. Работа на месяц. Так, а там какой был этот... Дарил Удум. Нет, Дарил Удум это не этот. Так, подожди, где-то можно было читать... читать можно было где-то. Подожди, въезд... я забыл, насколько он приехал сюда. Нет связи, блядь. Есть связь-то? Насколько он приехал? Как посмотреть? Мне сказали, что в новостях что где-то можно почитать. Где-то еще, где-то сохраняется это все дело. Подожди, а... А, какова... я собираюсь работать на один месяц. Все правильно, вот, я понял, где это видно. Так, много как всего у меня. Спорт на месяц. На месяц спорт, работа. Работа, месяц, паспорт совпадает. Джонатан Макандала, Макандал совпадает. Месяц, Так, дата совпадает, паспорт тоже действительный. Значит, так, здесь тоже все действительно. Джокан Макандала, спорт. До свидания. Вроде у тебя все правильно, я не знаю. Я как-то даже подзапутался немножко. Сука! Чужое фото, да похоже ж был. Ну что ж ты за человек такой? Привет, друг. Ты приходи, дам хорошую девочку. Так, Дарил Удум. Здравствуй, даст он мне хорошую девочку. Я знаю твои эти хороших девочек. Дарил Удум, ты мне давай это не муди. Арстоска, личная карта, район Гениста. Это 83 килограмма. Так, тут все правильно. Парадизно. Короче, мне нужно его не пропустить, потому что меня попросили. Я ему не верю, я боюсь, что он отнимет у меня паспорт и заставит работать в борделе. Сейчас он стоит в очереди, умоляю, помогите. Ну давай поможем этой тетке. Почему нет-то? Так, а где вторая бумажка его? Вот она. Счастливого пути. Он молча ушел, значит, наверное, ничего не сделают. Блять, сделали. Въезд разрешен, нарушение правил, последнее замечание без штрафа. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Я переезжаю в Арстоцку на ПМЖ. Хорошо. Постоянно ПМЖ, паспорт совпадает, Жанель Солвич совпадает. До 83-го, 16-го, 12-го, 90-го, 82-й год. Постоянно, да-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 да. Все, да, все в целом правильно. Если на ПМЖ переезжаешь, тебе даже никакие документы больше и не нужны. Давай. Блин, паспорт, фотку не посмотрел. Может, не совпадает. Я ж, блин... Такой, молодец. Нахуй туда смотреть, правильно, да? Ну, я тоже так считаю. Какова цель вашей поездки? Работа, продолжительность визита на 30 дней. Так, работа на 30 дней. Так, мне вот эти замечания без штрафа и рост греха вот сюда вот уберу. Работа 30 дней, работа 30 дней, работа 30 дней, работа 30 дней.
паспорт совпадает, Евгений Ковалевский совпадает, паспорт действительный, въезд действительный, здесь все вроде как совпадает, и получается, что геодезия. Тут тоже вроде все совпадает. Фотка похожа, значит, все хорошо. Давай. Хорошо тебе поработать. Здравствуй, женщина. Ваши документики. Дали работу. На 30 дней. Работа на месяц. Въезд действительный, паспорт действительный. Чего? Закалечу, блять! Кто это такой, молодец-то? Это я, что ли, накосорезил, или опять террористы? Атака террористов. Семье нужны лекарства. Улучшение провел переход в режим проверка. У меня денег нет, ни пизды, я сейчас умру. Все заболели, голод, холод, болезни. Что происходит, блять, вообще не понимаю. Пойти спать. Да хули тут спать тоже даже не хочется. Новое нападение в Грештине. Камикадзе с бомбой обманул охрану. Клуб в Грештине. Танцовщицы убиты. Какая-то лютая дичь происходит. 29 ноября 1982 год. Инспектор, теперь проверка выйдет более тщательной. На вашем рабочем месте установлен сканер. Во вчерашнем нападении подозреваются калечанские экстремисты. Прежде чем разрешать въезд гражданам калечи, подвергайте их личному досмотру. Ебать, колотить, да ты серьезно, что ли? Какие личные досмотры? Калеча, калеча, калеча. Главное запомнить. Ваши документики. Здравствуйте. Калеча. Родственника ты хочешь, да, навестить? На 2 месяца. Ну, где мне там сканер находится? Где сканер-то находится? Ну-ка, блядь. Калеча. Как мне, блядь, личный досмотр устроить, ну? Нет связи, нет связи. Блядь, другую симку скачай себе, установи. Да. Подожди, у меня тут... А, мне в правилах должно быть написано. Общее правило... ну-ка, давай. Так, так. Ты не совпадаешь. Вопрос. Вы выбраны для случайного досмотра. Досмотр. Повернитесь к сканеру. Застрелили ее, что ли? Еще разок, нахуй. Ну и правильно, что нет. Так. Ой. Сисечки. Жопка. Понятно все. Не, у тебя... А, что я должен здесь увидеть, ребят? На, возьми фотографию на память. Прикольно, слушай. Ну, вроде как бы нихуя тут нет. Ладно, 2 месяца в гости. В гости же 2 месяца, да? Ну-ка. Блять. Блять. Ух, блять. Я не то делаю немножко. Свет... Уберись отсюда. Книжечку вот сюда. А где эта самая херня-то, которая пишется у меня здесь? Вот она. 2 месяца родственники. Действительный паспорт, действительное все. Наташа Сидорова. Сидорова Наташа. 84-й год, 82-й год, да. Паспорт совпадает, значит, все правильно. Давай, заходи. На, на. Это было просто. Хуя сейчас вот выйдет и подорвет сейчас все. Конечно. Знаем мы таких, блядь. Один вот взорвался вон там прям. Ваши документики, бабуля. Какова цель вашей поездки? Я хочу навестить друзей. Друзей навещаю, да? 12 недель, та-та. 3 месяца в гости. 12... Ой, 2, да? Ага, 3 месяца. Па-па-па. Хезер Эстил. Эстил Хезер. Правильно здесь все. 18, 11, 20. Ой, 82. Вот, да, ну-ка, на, вот смотри. Сама же видишь наверняка, да? Сама же знала и пришла сюда прям вот на... у меня не получится приехать... Не получилось приехать раньше. Ну и все, нахуй, не получилось. Приезжай позже. Только с другими документами. Давай-ка отсюда. Шуруй. Поровнее сесть надо, то спина заболит сейчас. Следующий. Ой, вы депутат? Цель поездки. Транзитом. На пару дней. Транзит 2 дня. 23-12. Так, все верно. Паспорт совпадает. Предварительно. Дмитрий Локиска.
Лакиска Дмитрий, Арбистан, это не то, где нужно проверять. А, значит, все верно, значит, все тебе разрешается. Фотографии похожи, да, ты там такой же мордатый мужик. Ну-ка, на, иди. Вроде как все правильно. А, ваши документики, женщина с чупом. Так, это что, личная карточка Артоски? Арстоцки. Регион Алтана, Рикерт Александр. Так ты не Александр, блядь, ты же ведь Александра. Фотография похожа, нет? Или опять мне скажут сейчас, что это не она? Данные совпадают, ну за что хорошо. Паспорт действительный, 66 килограмм совпадает, 24 ДР совпадает, 30.05, въезд Арстоцка. Номер паспорта здесь больше нигде не указан, значит все хорошо. Ну-ка, а, нихуя, это не мужчина, блядь. Вы женщина или мужчина? Что за вопрос? Нахуй тебя. Лицом к сканеру. Сейчас мы сиськи на тебя посмотрим. Если женщина, значит женщина. Если нет, то значит мужчина. Ой! Ты мужчина. А как убрать эту фотографию? Я не хочу на нее смотреть. Фу-фу-фу-фу-фу. Ладно, все, я согласен. Мужчина. До свидания. Нахуя ты чуб себе такой переделал, я вообще не понимаю. Столавар Стоцки. Вот это правильно, тут молодец. Настоящий патриот. Следующий. Ваши документики. Ух ты ж, ебать, колотить, как ты много всего надавал-то, а? Работать. Насколько тут это не собирается навсегда? Ну ты пизда, конечно. На 3 месяца, а ты сказала что? Ну-ка, дай-ка, выйди отсюда. Не собираюсь отсюда уезжать. Ты собираешься отсюда уезжать? Указана другая длительность поездки. Простите, я думаю, несколько месяцев. Да нихуя ты думаешь. А думать надо было раньше. Давай-ка ты это самое. Отказать, нахуй. Иди отсюда. Тут наверняка еще что-нибудь не совпадает. Хотя нет, остальное все вроде совпадает, но мне это не нравится. Иди отсюда. Потому что, ну блин, она сама не знает, насколько сюда приехала. Да какой нахуй въезд разрешен? Она же ведь неправильно указал дату. Цель поездки. Просто в гости. А паспорт твой где, блядь? Дружок. Я, конечно, понимаю, что у тебя все вроде как правильно совпадает, но, блядь, это так не работает. Общие правила. Открываем книжечку. Паспорт мне. Без паспорта нельзя. У меня отобрали паспорт. Виз на въезд, только для отказов. Вместо визы. Чего? Только для отказов. На, вот тебе, блядь. На. И вот это на тебе тоже. До свидания. Написано только для отказов. Я нажал отказ, ничего не знаю. Надо водички попить, это уже в горле пересохло. Угу. Ой, какой милый мужичок. Переезжаю навсегда, значит на ПМЖ. Значит, на работу у него не нужно ничего тут брать. Значит, нужно посмотреть ПМЖ постоянно. До 13 декабря 82 года. Совпадает, шеди, совпадает. Калече, ну-кась, блядь. Калече. Обыскивать калечианцев. Ты ж калечианец. Ну-ка, жопой к сканеру. Досмотр. Щелк. Давай-ка, молодец. Это что такое-то? Как нет связи, блядь? Где мне? На что мне нужно нажимать-то? А куда надо-то несоответствие? Я выделил несоответствие. Я не понимаю, что нужно сделать. А, никакого оружия контрабанды надо выделить, я понял. Наверное, да. Блять, ну... Перевернись ты, ну. Это что такое-то? Контрабанда абсолютно недопустима. Что? Спокойней, друг. У меня тут безобидные лекарства. Я дам тебе 10 кредитов, если отпустишь. Арстоцкого чиновника подкупить нельзя. Тебе, наверное, хорошо платят за такую покорность, пес. Да, блять, нормально платят. У меня даже семья вон заболела. Все нахуй как платят хорошо.
Ваши документики. Фу, блядь, как много всего-то. Работа. Продолжительность визита 6 месяцев. Работа 6 месяцев. Хорошо, работа 6 месяцев, работа 6 месяцев. Правильно, 18-12-92, 84-й, все правильно, мужик. Похож Фарантоска Лукас, Лукас Фараностка. Ага, 6 месяцев. Так, здесь что пишут? Лукас Фарандоска, да, спорт, все верно, правильно, совпадает. Калеча, калечанец, ёб твою мать, опять он. Вот нахера вы здесь все такие, а? Ну-ка, калечанец, давай-ка мы тебя осмотрим. Досмотр. Жопкой к сканеру, лицом к сканеру, давай-ка. Опа, опа. Давай. Это что у нас тут такое? Очки в жопе носишь, ну? А контрабанда абсолютно недопустима. Что? Арест! Ждите! Что вы делаете? Арестовываю, что я делаю? Пройдемте. Следующий. Ваши документики. Здравствуйте, миленький китаец. Я приезжал сюда, чтобы жить со своей женой. ПМЖ постоянно. Похож, по крайней мере. Что за импор? Что такое импор? Подожди, такое есть вообще? Карта регионов. А, есть, все хорошо. Ага. Ладненько, так, давай-ка мы сюда нажму я. Ага. Так, Арстоцка. Рикард Стокон, так, правильно все, год действительный, въезд действительный, паспорт, номер совпадает, значит, все хорошо. И он как бы сюда на ПМЖ, поэтому ему на работу разрешение не нужно. Правильно? Правильно. Наверное, да, наверное, все верно. Это было просто. Куда уж проще-то. Денег-то мне хоть дадут? Ваши сыны и дяди умерли, наконец-то, блядь, хоть меньше трат будет. Если родственник тяжело болен, без лекарства он умрет. Улучшение пробел. $5 у меня есть, ошалеть, вот это счастье. Жена поважнее будет, с ней можно сделать нового сына. Продукты, денег нет, собственно говоря. Тяжело болеет, пойти спать. Вся ваша семья погибла, заебись. Вот так счастье. Работники должны содержать большие, здоровые семьи. Понятно. Ваше место займет более достойный. Понял. Слава Ростоцке. Понятно. Ладненько. Ну давай тогда на этом закончим. И в следующей серии мы с тобой продолжим. Продолжим этим заниматься. Продолжим играться. Может быть, у нас что получится в следующий раз. Спасибо большое за просмотр, ставь комментарий, пиши лайки, увидимся с тобой в следующей серии, продолжим играть в эту игрушку в следующий раз и в других видео. Что хотел сказать? Все, всем спасибо и всем пока.